В Туркменистане стартовало строительство третьего этапа автобана Ашхабад-Туркменабад протяженностью 600 километров, открывающего новые перспективы для транспортных связей с соседними странами, расположенными вдоль Великого Шелкового пути. Маршрут также обеспечит грузовикам прямой доступ к городу Туркменбаши, откуда открываются морские маршруты в различные регионы, включая Кавказ, Европу и страны залива. На текущем этапе протяженностью 288 километров проводятся работы по настилу почвы, использованию геотекстильного покрытия и гравийно песочного раствора. С учетом инженерных требований, каменное покрытие имеет толщину до 30 см, асфальт – до 10. Общая толщина каменно-гравийного покрытия достигает метра. Строительство дороги ведут местные компании. Без юл курлышумыза, икинчи тапкырын дюдуминнаки гириян аралыгмы диялап, бидің юл дюшоумыды, Түркмен юл тасламы, ылмы барлық институт тарапынан таярланан тасламаларына лайықлықты yerine yetiriyoruz. Şunun yal ulu meçhurli işleri bizim yerli telekeçilimizin yerine yetiriyorlarını biz hasen bu son yarız. Şular yali ulu meçhurli işlerde kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman serdarımızın bizi ananyanlığını bizi hasemen bu son yarız. Проект общей стоимостью почти 2,5 миллиарда долларов уже увенчался успешным вводом первого участка в эксплуатацию в октябре 2021 года. Автобан, состоящий из 6 полос движения, оборудован специальной системой управления движением с непрерывным видеонаблюдением для эффективного дорожного надзора. Стоимость проезда по автобану варьируется от 0,35 до 0,45 манатов за километр в зависимости от типа транспорта. Туркмен телекечелермизин курьян бу достук жолу келечекте коңшу халкларнын арасында достугун катнашыкларын өстүрмөнү ул жардам берер. Шулар ялык ишлемени мүмкүнчүлүктөрү дөрөтүп бергени үчүн халкыбыздын миллий лидери кахраман аркадагымды, аркадагылы кахраман сердарымды көп-көп сау болсунлар айтыярыз. Кахраман аркадагымдын, аркадагылы кахраман сердарымдын жанлары сау болсун, өмүрлөр узок, ил юрт бахтлы, умум адамзат эхметли алып барган тутумлу ишлери эмиче рувач алсын. Напомним, что 11 декабря председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Ибердымухамедов посетил автомагистраль Ашхабад-Туркменабад.